Тему противодействия терроризму и экстремизму обсудили в Самарском университете в формате Всероссийской научно-практической конференции. Встреча прошла впервые. События приурочили к 75-летию Победы. Представители прокуратуры, Росгвардии и Верховного суда собрались, чтобы поделиться своим опытом и послушать коллег. Не остались равнодушными и студенты юридического факультета. Прокурорами районов активизирована работа в сфере смежных правонарушений. Большая часть из них связана с противодействием терроризму. В прошлом году в Самаре выявлено 9 нарушений закона в сфере межнациональных отношений. Террористических действий, слава богу, в регионе нет, но это огромнейшая заслуга, прежде всего, администрации области и ветвей муниципальной власти, и, конечно же, наших правоохранительных органов.